Друзья, всем привет! С вами Ильдар Мухаметов. Загнали мы в цех трактор Кировец. Также мы установили посередине светодиодный фонарь, фару. Это у нас трактор, который приезжали из Башкирии, выбирали, смотрели. Загнали мы его на замену резины. Заменили резину в Алтайр. Ну и будем устанавливать бампер. Бампер снимали, так как, чтобы его поднять, у нас тут крюки стоят. Поэтому сняли бампер, чтобы поднять трактор на... для того, чтобы резину поменять. И в продаже у нас остался один К700А и один К701. Один 701 я показывал ролик, отправился у нас в Кукмурский район. И что у нас в сборочном цехе, друзья? Этот трактор у нас для Оренбургской области собираем на продажу. Установили кабину и будем замерять крылья. Сейчас пока занимаемся электрикой. Так вот, красавчик получается. Выхлоп и воздухан у нас будет вынесен на крылья. Двигатель здесь у нас, друзья, новый. Вот так вот все выглядит. Все по красоте. Салон пока до конца еще не сделали. Нужно будет резинку, утеплитель стелить. Топливные баки установили, но еще до конца мы его не сделали. Подножки нужно будет делать. Установили ресиверы. Ресиверы у нас стоят от КамАЗа. И топливные баки у нас новые. Замерим. После электрики замерим крылья и уже будем замерять воздухан и выхлоп. Следующий у нас трактор К703 для нефтяников. Установили радиатор, установили двигатель и установили кабину. Такая вот у нас кабина получилась. Внутри ничего не трогали, внутри все родное оставили, то есть по техзаданию это все у нас. Можно было и разобрать, но внутри ничего не порвано, везде все целое, поэтому снаружи только его освежили, вот, и проводку всю полностью поменяли. Так вот у нас выглядит оптика. Гидробак здесь после капремонта. Коробка здесь после капремонта. РВДшки новые. Соединений куча просто. Тоже как и 744 по объему работы. Здесь достаточно. Вот его капот после песочки. Будем тоже это все замерять. Потом рихтовать, тоже будем все устанавливать. И вот на второй 703 подготавливаем кабину как раз. Тоже чисто будет снаружи, освежим. А внутри, в принципе-то, тоже будет меняться у нас обшивка новая, электропроводка вся будет новая. Вот пока. Пока так. Ну и вот. Сам трактор, резину установили. Резина своя, родная БУ, как и на первом 703 тракторе. Коробка после капремонта, полный капремонт. Тоже облицовка на нее пришла. Облицовка
После песочки тоже будет проводиться рихтовочные сварочные работы. Навеску откапиталили, установили. Верхняя часть идет здесь новая. Низ капремонт. РПН готовый после капремонта с новыми насосами. И радиатор тоже готовый. Радиатор не новый после капремонта, их радиатор. Пока все. Кому было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Вот они, карданы после капремонта. Здесь крестовина новая. Тоже видео я показывал, как мы капиталим карданы. Вот что у нас получается по 703 тракторам. Если есть 703 на ремонт, тоже можете привозить. В общем, капиталим 700, 701, 703, 744, Т-150. У кого есть, привозите. Или позвоните, я отправлю трал, заберу. Кабина на Т-сик у нас пришла с песочки. Сейчас будем проводить рихтовочные сварочные работы. Напомню, трактор пришел нам на частичный ремонт, ну и также механизатор попросил внешне тоже в порядок привести, поэтому тоже и крылья, вот контейнеры, все это тоже отпесочили, тоже будем рихтовочно сварочную работу проводить, то же самое будет с крыльями. Рама у него готова, давайте я вам ее тоже покажу. Из 700-х, друзья, остался вот один единственный. Из 701-х. Один 700-й получается и один 701-й по наличию. Вот так же, как и вот в Башкирию продали. Трактор, резину сейчас вот поменяли. Также и на нем будет все это дело меняться. Собирали мы его месяца два назад. На канале видео есть, можно посмотреть полностью, как он с рамы собирался. Навеска здесь, друзья, новая. Давайте я вам покажу. Освежу вам память. Ну, кто смотрит меня постоянно, уже знает. Навеска новая. Гидробак капремонт. Кабина. Каркас капремонт. Собрано из новых комплектующих. И также вот посередине установили светодиодную фару. Крылья. Топливные баки новые. Двигатель. Здесь идет капремонт, то есть на старый блок собирали из новых комплектующих движок. Цилиндропоршневая группа новая, коленвал новый, навесное все новое, втулки распредвала новые. Да, ну и распредвал хороший он, старый остался получается. ГБЦ полный капремонт, электропроводка здесь вся новая, 24 вольт. И модернизировали тормозную систему, установили энергоаккумуляторы от КамАЗа, ресиверы от КамАЗа и ручник от КамАЗа. Что еще от КамАЗа у нас? Зеркала камазовские, дворники тоже камазовские. Такие вот дела. Ну и вот он, друзья, Т-сик. Заднюю мы полураму не трогали, восстанавливали переднюю полураму. Коробку откапиталили, движок не трогали. Так вот, частичный ремонтик у нас. Ну, более-менее в эстетический вид как бы приводим. Это у нас пришел на текущий ремонт наш, с Татарстана, на ремонт двигателя. И вот у нас комплект облицовки с песочки пришла на второй 703 трактор из Татнефти. Ну и вот ждем финансирования. До конца недели вроде как должно поступить. Цех освободится. Сразу как освободится,
Деньги поступят, приступим к окончательной сборке. Тут у нас осталась кабина, облицовка и электрика. И, собственно, трактор. Все готовый. Такой вот тоже трактор. Прям состояние нового получается у нас. Кабина на него готова. В принципе-то. Просто надо будет собирать ее, она покрашенная. Вот, ладно, на этом я видео завершаю, друзья. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Кому нравится, понравилось это видео, поддержите меня лайком. Вот, в принципе-то, если есть трактора на капремонт, трактористы, кто смотрит, пускай ваши инженера, руководители, председатели мне позвонят. Номер в описании я оставлю. Буду рад сотрудничеству. Давайте, пока-пока.